Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Wolfenstein The New Order. Ну что ж, мы с вами оказались снова в тюрьме, на этот раз по собственной воле, не спасая никого, а просто попав под прикрытие. Положи руку в машину, ну окей. Люди. Здесь они как скот. Спокойствие. Помни задание. Найти Сета Рота. До четырех. Вдох. Выходила дверь. Да, шустрый аппарат-то на самом деле. Фига так быстро татуировку наколол, нашивку пришил на плечо. Все, теперь зэк, как подобает. Вот ублюдки, посмотри, что делают, а. Охренеть, блин. Ну, явно не жрец, после такого просто не выживает. Избиение в голову ботинком, блин. Хватит представление устраивать. Зайдет у меня держишь. Кончай симулировать, сука. А ну вставай, а то буду стрелять. Вот так. Теперь заработал. Катя, Мило, Борис. Бомбатор. А, новичок. Твое место 35F. Начинаем шать бетон. Первый день всегда трудно, дружище. Постарайся это принять. Легче не будет. Ты тут давно, теперь уже не могу вспомнить, сколько времени. Недели, месяцы, может быть. Мало кто так долго живет. Я дрался с нацистами в Африке, какое-то время мы справлялись. Но в итоге они оказались слишком сильными, так что теперь я просто пытаюсь выжить. День за днем. Мне нужен не человек, Сет Рот. Я слышал о нем. Прожил здесь дольше других. Он в чертом блоке, туда в твоей робе не пустит, нужна другая. Разговорчики, суки. Смотри, вон там справа от тебя человек в робе чертого блока. Его зовут Мило. Говорят, у него жена в нашем блоке. Может, ты говоришь, чтобы поменяться робом? Только сперва нужно отвлечь охранника. Спасибо. Двигайте, чтобы управлять бетономешалки. Найди способ отвлечь охранников, они за нами следят. Ну, кажется, я уже знаю способ, надо просто бетономешалку сломать, наверное, как-то, да? А потом уже постараться с ним договориться. Ну что, спасибо тебе, бомбата, ты хороший парень, как оказалось, даже очень. Так, ну... Сама машина как с ума сойдет. Так, давай. Ну, отлично. Деталька одна выпала. Хрен его знает. Нажмите B, чтобы посетить деталь. Замечательно. Ага, ну теперь все понятно. Теперь там больше сломается. Давай-то, ну. Так, попробуем так. Левый, центральный, правый. Хорошо, правый. Правый. Блин, не значит, не ломается она ни хрена. Сначала ведь получалось уже, но не получается. Правый. Еще раз правый. Правый. Центр. Блин. Бомба-то, подскажи мне. Что-то у меня не выходит нифига. Хорошо. Попробуем еще раз правильно все сделать. Так, так. 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 Вот. Есть. Вытащит машину, вытащит машину. Фердамт. Внимание всех рабочих. Произошла поломка, поэтому у нас короткий перерыв на время, пока поломка не будет устранена. Если кто-то не вернется на рабочее место, когда прозвучит свисток, мы пристрелим его, а также рабочих слева и справа от него. Круто. Так, ладно, стреляй, это мой шанс.
Майло. Я знаю, где твоя жена. Что? А ты кто? Мы с ней в одном блоке. Уверен? Она жива? Боже, боже, жива. Может, Бен с одеждой, когда ты сам узнаешь. Ладно, быстрей. Что ж, шикарно. Б4. Ну что, в чем дело? Можно запускать? Подшипники расплавились. Нужно ждать ремонтников. Ремонтника-то завтра не будет. Ладно, считай, что работа закончилась. Заключенные, на сегодня фабрика прекращает работу. Немедленно начнется к бараке. Четвертый блок уходит через красные ворота. Шестой блок через синий. Надеюсь, ты нашел, что искал, дружище. Меня зовут Бомбата. Уильям Джей Бласковиц. Ты береги себя. Побережешься тут. Через красный ворота заключенный. Через ворота наружу. Спасибо, сэр. Я слыхал о таких местах. Аушвиц, Бухенвальд. От востока до запада. Ты Юзеф, верно, Владимир? Я тебя помню. Откуда тебя привели? Девятый блок. Ну, теперь ты в четвертом. Здесь все по-другому. Это твоя первая зима? Нет, это сам север, я привык к холоду. Это совсем другой холод. Приятный. Я думаю, эта зима будет для тебя последней. Если у тебя есть мозги, ты постараешься набрать жирка. Это как? Колбасой, например? Черный рынок знаешь? Нет. У меня есть связи. Но это не бесплатно, ясное дело. У меня ничего нет. В рюкзаке были деньги, но их отобрали. Платить мне нечем, блядь, что-то придумать. Если найдешь чем платить, к концу недели я тебе колбасу обеспечу. Ладно. Только экономия. Не седай все сразу, понял? Значит, гнись, отламывай почерневшее. На вкус она кислая, но какая разница? Ладно, хоть разговоров. Охранники могут заметить. Да, блин, друзья, прикольно, да? Мир проработан, конечно, очень круто. Прям просто офигительно. Какие здесь охранники. Да, вот они, те самые фашистские концентрационные лагеря. Здесь, конечно, они, естественно, очень сильно изменены в визуальном плане, да. Все это масштабнее, гораздо фашисты победили, там вся фигня. Но суть от этого не меняется. Люди тут, которые находятся, они находятся в настоящем аду. По-другому и не скажешь. Ладно, нам найти нашего парня этого, которого мы там ищем. Если увидишь ножа, развернись и пусти голову. Я не знаю, что делать. Боже, прошу тебя. Кстати, какая есть вонища, наверное, должна быть в этих бараках. А вот, кажется, тот, кто нам нужен. Эй, ты видел мою дочь? Сет Рот? Глядите, какой Шимшин, крепыш, с такими мышцами только в бой. Ты Сет Рот? Я не уверен. Ты знаешь, кто такой Сет Рот? Ты из Даты Худ? Источник технологий нацистов, я пришел тебя спасти. Ты пришел меня... Какая прелесть, он пришел меня спасти. А кто его спасет? А их? Останешь, Шимшин, не трать мое время. Я поклялся никогда не выдавать тайны Даты Худ. Засунь свои клятки себе в задницу. Люди гибнут. Ты нужен сопротивлению. Ты таки хочешь заключить сделку? Моя свобода в обмен на тайны, что я храню. Принеси жертву честь на алтаре справедливости. Что ж, дай мне минутку на размышления, Шимшин. Сумасшедший Шимшин, интересно. Вот тебе мое предложение. Помоги мне прикрепить лампочку. Я осужу тебя и твоих товарищей на престол истинной власти. Идет. Рискую, над чем работаю. Это машина. Построена по украденным технологиям Даты Худ. Я их хорошо знаю. Смотри. Да перестань ты тупить.
С помощью этого можно управлять машиной, разбить ворота, всех освободить. Мне хватает одной детали. Какой? Источники питания. Понимаешь, машина электрически питается электронной батареей. Батарею можно найти в мастерской в здании комендатуры. Это в другом блоке, блок 6. Если включишь автоматическую систему безопасности, сможешь пробраться в шестой блок. Там, в казарме охраны, должен быть пульт управления этой системой. Приберись туда. Найди пульт. Включи систему и возвращайся. Ну что же, Сет, плевое дело. Подумаешь, у меня нету никакого ни оружия, ничего абсолютно. Проберись, отключи, сделай все как надо, все красиво. О, а тут, наверное, какая вонь, так вообще просто полный пипец. Жесть какая. Просто жесть. Фу, какой ужас. Охота просто глядеться, мало ли тут какие-нибудь, может быть, ништяки где-нибудь запрятаны. Для моих пушек улучшений и тому подобное, но пока что я ничего не вижу. Так, ладно. Здравствуй, робот-убийца. Да, вещь, конечно, смотрите, какой-нибудь пулемет. Вещь реально убойная. Так, ладненько, мне кажется, вот сюда. Эй, ты. Друг Сета. Ты крупный мужчина. И, похоже, силы у тебя еще есть. Если бы я была здоровяком вроде тебя, я бы сделала что-нибудь с охранником, которого прозвали Нож. Он там, в казарме охраны. Любит затаскивать туда заключенных. Питает их. А потом дым из трубы идет. Он их сжигает, что ли? Я ни о чем не прошу, кроме справедливости. Поступи по справедливости. Ну, понятно, ладно. Темнокожая женщина, будь по-твоему. Попробуем. Ой, твою мать. Офигеть. Господи. Ну и воняет тут. Блин, еще бы. Нужно оружие какое-нибудь раздобыть срочно. Все что угодно. Подойдет, ну, бери. Но нет же, конечно, ты не возьмешь. Естественно. Начнем Бласку еще мастер-мандировку. Мандировка ему не нужна, нет. Так, хорошо, ладно, броньку. Пока пособираем. Туда мы еще успеем попасть. Посмотрим сначала, что у нас тут имеется интересного. Фрагмент кода Энигма очередной. Ну, вроде как все. Вроде ничего не упустил. Ух ты, блин. Решил ко мне забраться, да? Это, видимо, есть тот самый нож. Да, я что-то как-то, ну, фиг его знает. В первый раз вижу такого наглого паразита. Невероятно. Ай! Так же можно кого-нибудь поранить, ублюдок. Уж, вроде бы, кажется, все знаешь про этих тварей. Чего от них ждать? Но нет. А, блин, представляете, как это больно. Мерзкая козявка. Я вас всех передавлю. До последнего таракана. О, блин, твою мать. Вот это жестоко, конечно, было очень. Так, а вот оружие. Не монтировка, но тем не менее, блин, там уже сжигать нас собираются. Давай, давай, Бласка, еще понимаю, херово понимаю, с ножевыми ранениями. Ты же, блин, чертов киборг. Вот так-то лучше. Ну все, теперь, сволочь, ты мне поплатишься. Сначала псину твою только задавлю по-быстрому, а потом, блин, до себя доберусь. Привет. Еще есть желающие? Так, бронька, хорошо.
Хорошо. Так, ладно, пойдем посмотрим, где же этот ублюдок. Ну, а что бы то ни стало, теперь нужно его найти. Это вопрос чести. Если раньше просто хотел помочь темнокожей женщине, теперь я хочу просто отомстить. Вон он там хоть пытает. Ублюдок чертов. Так, это, наверное, выход обратно, нам сюда не нужно. Пойдем тогда наверх, поднимемся. Попробуем как-нибудь его достать. Ain't sold the there known army Verden City der Zukunft. Да, учил в школе английский, поэтому знанием немецкого языка не блещу. Стрина, привет. Жесть, конечно. Просто жесть. Так, что мы тут имеем? Жаль, дверь у нас не закрывается. Очень жаль. Очередной код Энигмы. Качественно положили. А вот и он. Сейчас, тренай, я тебе вернусь, подожди. Сейчас все будет. Сначала медленно убью твоих шавок, а потом доберусь до тебя. Ну, привет. Вот так тебе. Готово. Блин, бедный заключен. А, это же тот самый, по-моему, который жену искал. Ёперный театр. Прости, старина. Мне очень жаль. Офигеть. Ну, хотя, может, конечно, это не он, потому что он же вроде в другом блоке должен быть. Хрен его знает, но суть дела этого не меняет. Этот ублюдок больше никого не зарежет, потому что он сам погиб. А точно такой же участи тоже был зарезан. Так, там у нас еще один парнишка справа, ну что же, аккуратненько замочить. Так-то лучше. Брони у меня уже тем временем максимум. Вроде оно. Пункт управления системой безопасности. Так там, по-моему, как бы система безопасности заключена. А, все понял, камера не работает. Нужно найти сета. Так, это радует, хорошо тогда. Тогда замечательно. Сначала на секундочку подумал, как же камера, потом вспомнил, что стена отключена, значит получается все выключено. Ведь так. А эта херовина, интересно, работает по-прежнему, она же по идее автономная, наверное. Так, Сета, ты где? Ты тут на месте сидишь или где-то есть? И вот раз тебя тут нету. Сет? Братюня. А вот ты где? Порой сопротивление — это не только насилие. Чуть поменяешь ингредиенты, состав нарушается. Структура на прочность снижается, растет плесень. А как там система безопасности? Все готово. Так, Шимшин. Как тебя зовут, Ингель? Бласковец. Бласковец, да, Бласковец. Так вот, система безопасности отключена. Так что ты можешь пройти через эти ворота через фабрику. И выйти из синих ворот в шестой блок, где находится комендатура. Проскользни туда и найди детронную батарею. Только действуй быстро, пока никто не заметил. Биатслава, Эмили. Что? Значит, удачи. Спасибо, родной. Найти детронную батарею. Ну, пошли.
Так, и пожалуй, здесь, наверное, лучше не шуметь. Потому что оружия по-прежнему у меня никакого, кроме ножа, нет. Хорошо, хотя бы есть ножик один, который можно метнуть будет, в случае чего. Бив тем самым врага на расстоянии. Так, а где я? Угу, вижу. Вроде как правильно иду. Так, замечательно. Ну вот, это комендатура. Вроде никого. Явно нам не сюда. И не сюда. Вот. Так, крутим, ищем. Где-то чертова стрелочка. Готово. Ну пока не будем заходить, посмотрим, что еще имеется. Может быть, вдруг тут что-то ценное оставлено. Фиг его знает. Но кажется, нет. Кажется, ничего интересного особо нету. Батарея должна быть где-то здесь. Должна быть, конечно. Ну так вот где? А вот уже и враги. Так, можно выше подняться, но сначала, наверное, пожалуй, стоит убить тех, кто здесь. В этой комнатенке обитает. Тихо. Обратно забираем нож. Кто кричал? Не шуми. Так ты лучше. Вот еще один ножик. Теперь можно поставить. Ох, нифига, тут карта-то какая. Можно поставить теперь вот так ножи. С двумя походить. Так, казнен криминальный дуэт выродков. Берлин, 7 ноября 60-го года. Толпа, запрудившая городские улицы и площади, смеялась, рукоплескала. Публичную казнь двух серийных убийц выродков транслировали в прямом эфире. Зная, что этих тварей больше нет, я наконец-то вздохнул спокойно, признался один из зрителей. Эти подонки убили моего друга, прокричал другой. Пусть это послужит уроком недобитым вырожденцам. Рано или поздно правосудие настигнет всех. Вот так-то. И кое-кого оно уже настигло. А именно этого. Как его там звали-то, я уже забыл. Нож. Офицер Нож. Так, пойдем тогда выше поднимемся, посмотрим, что у нас тут. На втором этаже. Твою мать. Не шуми. Зачем кричать-то? Клево, что ножи поднимаются. Очень клево, на самом деле. Если бы они не подбирались после того, как их... кинул, это было бы гораздо хуже. Так, в этой комнатке ничего. Аптечка в туалете. Предсказуемо, очень ожидаемо. Комната фрау Энгель. А, той самой барышни, пахнет ее духами. Помните эту фрау, которая в поезде нам картинки пихала? Тест, блин. Чертов он тут решил устроить. Эх, фрау, фрау. Что я поднял? Система безопасности отключена, нейтрализованы, бла-бла-бла. Что ж такое взял-то интересно, какую-то штуку. Перки, коллекция. Блин, нафиг его знает. Ладно, плевать. Поднял и поднял, в конце концов, какая разница.
От редактора снова террористы. Берлин 7 ноября 1962 года. Это полгода спокойной жизни. Многие из нас поверили, что все ячейки террористов Берлина и окрестностях наконец-то ликвидированы. Но несколько недель назад один из главарей боевиков совершил побег, а недавние тревожные события указывают на то, что по меньшей мере одна из ячеек возобновила свою деятельность. Еще 2 дня назад в польской Гдыне на дне реки нашли обезглавленное тело одного из офицеров, приближенных к генералу Штрассе. Быть может, 6 мирных месяцев были всего лишь затишьем перед бурей? И снова про нас речь. Помните, мы обезглавили того фрица, который рассказал, где они держат пленных? Как раз это было в Польше у дедушки и бабушки Ани дома. Твою мать. Привет. Привет, собачка, привет, привет. Спи. Так, ну ладно, это было неожиданно. Сказать по правде, собаку я тут не ожидал. Так, еще нож, хорошо. 3 ножа. Это здорово. Корм собачий себе оставьте. Ну, по идее, все. Тут ничего интересного больше нету. А мне, собственно, куда дальше что-то нужно вообще? Нахрен его знает. Нет, по идее, куда-то обратно. Сюда можно подняться, или я убьюсь? Можно. Интересно. И куда мы придем? Нигде это мы. Угу. Я понял, где это мы. Было 2 пути просто в здание, слева и справа. Ну что же, это, конечно, здорово все, но давайте все-таки поднимемся по первому обратно в здание, войдем, по первому этажу пошаримся, потому что мы не полностью его прошли еще. Возможно, там как раз что-то нас и будет интересное ждать. Так, нет, мы проходим в ту сторону, спускаемся вниз. Возьмем броньку. Тут мы еще с вами не были. Спокойно. Отъехал, товарищ. Песик спит. Какого хрена? Ну, он портрет этой фрау. Она еще моложе, по-моему. Ножевая перевязь. Ну-ка, позволяет вам носить с собой еще один нож. О, здорово. Это очень даже неплохо. Как вы курить это садится, интересно? Нет, нет. Нахрен его знает. Да стой ты уже наконец, ну. Черт, псина проснулась. Думал напоследок ее оставить, потом пока она спит, тихонечко убить. Но нет, блин, она проснулась. Ладно. Хрен с ним. Так. Прилив сил меня не интересует. 3 ножа опять при мне. Все нормально, по идее. Окейшки. Ищем, что у нас тут может быть интересного. Вроде как, по-моему, ничего. Хотя вот. Например, золотой бюст. И еще один нож. И код Энигмы. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, что это, наверное, все. Давайте поглядим, что у нас тут. И сверимся с картой. Да, мы идем в правильном направлении. Это очевидно. Тут не было ничего ценного. Здрасте. Проверочка. Свой ножик, а вот батарейка. Ай, блин, больно должно быть. И полная мать, а. Ох. Как хорошо, да? Саботаж. Саботажника, я его помню, с приемки. Нет, нет, не то, Буби. Ночной поезд.
О, господи, ты права, это он. Судя по нашивке, американец или анархист. Американец, значит? Хорошо. Немедленно ликвидируйте этого. И все бараки с четвертого блока. Это послужит уроком остальным свиньям, на случай, если они вздумают им подражать. Запускайте Гера Фаустер. Я воль, госпожа комендант. Мне смотреть не обязательно, правда? Там такая вонь. Как хочешь. О чем ты думал? Кто твой дебил? Я тоже рад тебя видеть, фрау. Продолжайте, Герр Фауст. Ну что же, ну а что они там продолжают и почему, узнаем уже из следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Я искренне надеюсь, что вам понравилось. По-моему, это было просто шикарно. Сюжет в игре, конечно, просто на 5 с плюсом. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу, но не забывайте про спойлеры, что за спойлеры сразу же после пожизненный бан. Ну и, собственно, спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.